en France, la justice, elle est rendue par l'État. Nous sommes dans un État de droit. Personne ne peut se faire justice par lui-même. Et donc, c'est l'État qui rend la justice. Il est... Chez vous, hein. Je vais revenir ici, chez eux maintenant. Vous êtes venus maintenant, nous on va venir aussi. Vous avez fait appel à toute l'Europe, vous êtes 150. Tiens, au revoir nous quand on va appeler toute l'Europe. Французская полиция провела масштабную операцию в Дижоне, где в течение нескольких дней происходили столкновения между выходцами из Магриба и Чечни. Полиция задержала 6 выходцев из Чечни. Их подозревают в покушении на убийство и участии в вооруженной преступной группировке. За ситуацией в Дижоне внимательно следят в Грозном. Позицию своих соотечественников, проживающих во Франции, решительно поддержал и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинство, и на помощь пришли соплеменники. Лично мое мнение такое. Я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство. Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяется видеообращение в поддержку действий чеченцев. У нас в Чеченской республике после разгрома террористов мы начали искоренять наркоманию, и нам это удалось. Наркотики – зло, с которым надо вести беспощадную борьбу. Я призываю руководителей общин, чьи представители распространяют наркотики, заняться их воспитанием.